С песней к победе, к республиканской творческой акции, посвященной 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, присоединилась и Солигорщина. На нескольких площадках нашего города прошла музыкальная программа Дворца культуры города Солигорска. Песни о войне, яркие хореографические постановки, трогательные стихи. У спортивно-зрелищного комплекса состоялась музыкальная программа «Под мирным небом». В районе ТЦ «Вест» программа «Мелодии победы». А посетители гипермаркета «Грин» смогли насладиться программой «Весна победы». В нашем районе, как и по всей Беларуси, проходит акция с песней, творческая акция с песней к победе. На открытых площадках города, в торговых центрах будут проходить концертные программы, которые организованы коллективами художественной самодеятельности Дворца культуры и вообще артистами Солигорского района, можно так сказать. Акции будут проходить в течение этой недели до 9 мая. Впереди майские праздники. Дворец культуры традиционно готовит интересные культурно-развлекательные мероприятия. Чего ожидать солигорчанам в этом году, рассказала художественный руководитель Дворца культуры Солигорска Юлия Ганич. 9 мая также будут организованы праздничные мероприятия, которые уже будут проходить в нескольких точках. Это и в парке четырех стихий, и в сквере у Дворца культуры. Ну и, конечно же, завершится большой концертной программой. Это на площади центральной нашей города Солигорска. Хочу пригласить всех жителей на наши праздничные мероприятия, которые будут проходить в нашем городе. Будет интересно, празднично и торжественно.